Да, вчера тоже интересная игра была, как бы, но там удача была на стороне соперника, авангарда, и как-то, ну, в принципе, было достаточно моментов и у нас, чтобы реализовать и выйти вперед, как бы, но так сложилось, что мы этим не воспользовались и в ответ получали голы, как бы, но сегодняшний матч был не менее интересный, как бы, да, также, я думаю, как для зрителей, так же и для игроков. В принципе, встречались два лидера и две команды, которые умеют играть настоящий хоккей. Настоящий русский хоккей, как бы, что и было доказательство на льду. Обилие голов и красивых комбинаций. То есть, я думаю, что всем понравилось. И все, кто болел за «Металлург», всех с победой. Ну, конечно, сегодня все отдались полностью. И ничего, сейчас будет время восстановиться. Там матч звезд. И будет небольшой перерыв, я думаю. Все будет в порядке. Жень, на что делали тренеры акцент перед этой игрой, а на что просили обратить внимание? Лезть на ворота, побольше сыграть более активно в их зоне, не давать им выйти из зоны. Ну, а в принципе, каждый знает уже, как играть, уже долгий сезон прошел, и как бы уже знаем, что делать. Ну, твое мнение по поводу такого формата сдвоенных матчей, как считаешь? То есть, ну, болельщики, наверное, многие ждут, да, лидеры Востока, и, как бы, может быть, это ожидание было бы на пользу, а здесь два матча подряд, ну и со стороны спортсмена, да, то есть, насколько тяжело? Ну, в принципе, так составлен календарь, от нас ничего не зависит, да, и, в принципе, ничего страшного. Мы все с Омском в равных условиях, то есть... Я думаю, все нормально. Ничего такого особенного я не вижу. Тем более в НХЛ практикуется очень часто. По накалу похоже на матч сдвоенный? Именно сдвоенный? Да. Ну, я не знаю. Все равно плей-офф – это плей-офф, а сезон – это сезон. Но сегодня накал был запредельный. Вот. Тем более вчера немножко неудачно сыграли и... Хотелось реабилитироваться. Евгения Тимкина, победа над Омским авангардом, что-то особенное, значит? Ну, конечно, всегда приятно, как бы, выигрывать у своего города. Но никаких, так сказать, разногласий или там доказать кому-то. Ничего нет, обыкновенная игра и просто, ну, охота выигрывать и так. Хочу поздравить «Металлург» с победой сегодняшней. А всех людей с большим праздником. Сегодня, что касается нас, наверное, нам не хватило эмоций. А после вчерашней игры, и самое главное, не хватило состава сегодня. Ну и отсюда, наверное, все вытекающее. И игра в неравных составах и так далее. Ну, пробовали потерпеть, но, еще раз говорю, не было чем, в общем-то, подпереть вот эту идею нашу общую. Но сыграли игру с очень хорошей командой, и, к сожалению, не удалось в конечном итоге, в общем-то, доработать до положительного результата. Я даже не знаю, что говорить. Не, ну, серьезно, мы сыграли намного лучше, чем вчера. И игра у всех получилась. Благодарен ребятам. Илья Петрович, было меньше суток все-таки подготовиться ко второму матчу. Что успели донести своим подопечным? На что делали упор, что изменить, чтобы второй матч уже сыграть лучше? Ну, были, конечно, были там, допустим, там здорово прямые атаки были в первой игре, в первые 10 минут у команды соперника. Здесь немножко поменяли. Вот, готовились.